Добрый. Если вы заинтересовались перепелками, и где-то у вас эта тема закралась в душу, то сейчас я вам расскажу один очень простой совет. Это понятно, что пока вы их купите, пока там разберете, что к чему, то пройдет какое-то время. Вам обязательно нужно будет иметь вот такие вот клетки. Нужно будет как-то найти время или купить вот эти клетки. Потому что я вам сразу скажу, что полноценного выращивания птиц перепелов у вас не получится, если у вас не будет специальных для них клеток. Но на это все уйдет какое-то время. И пока вы будете к этому всему адаптироваться, то дам вам одни такие простые советы. Первое, когда мы приобрели несколько семей вот этих перепелок, то на начальном этапе у нас не было там ни клеток, ни... Значит, вот мы соорудили вот такие простые приспособления из фруктовых ящиков, как вы видите на ваших глазах, из какой-то вот там кормушка приготовлена была. Здесь, смотрите, два садовых ящика связали. Тут они имеют такие еще ручки, это ручки мы обрезали. Вот, связали все проволокой. Тут такая вот крышка для того, чтобы их туда запускать. И они оттуда никуда уже не денутся. Вот. Здесь можно держать приблизительно до 6-7 штук. Хватает. Ну, и для... Вот такая простая крышечка. Туда их запускаем, закрываем. Никуда они оттуда не денутся. Где-то, я вам скажу, что месяца два у нас они... Мы их держали вот... в этих вот ящичках. Единственное, что понятно, что неудобство. Они несут яички там внутри. Яички получаются грязными из-за того, что... Ну, не будем же сидеть там следить около клеток, когда они снесли яичко, чтобы сразу убрать. Поэтому яички получаются грязные, а из грязных яичек фактически в инкубаторе из них ничего хорошего не получится. Поэтому для получения полноценных яиц для дальнейшего высиживания в инкубаторе необходимы вот такие вот поддончики. Значит, они когда сносят яйца, то под уклоном они сюда выкатываются, и тогда их можно отсюда забрать. Вот относительно таких вот простых советов. И относительно, если уже говорить о яичках, помните, что без полноценного корма, то есть комби-корма, они яичек нести не будут, поэтому вот мы применяем для кормежки вот этих птиц, а их, как видите, уже немало. Вот такой вот комбикорм Пурина. Здесь он. Потом еще применяем для кормления. Это обыкновенная пшеница молотая. Вот такая вот пшеничная мука или каша. Тоже как наполнитель. Она немножко идет как в комплекте вместе с, вот, с этим комбикормом. Вот также применяется курка-натурка. Вот такой комбикорм. Это он больше идет для, значит, для молодняка, для начинающих цыплят. Ну и непосредственно уже для маленьких цыплят идет вот такой вот тоже Пурина. Это идет для первый корм, или старт он называется, для тех, которые новорожденных, скажем так. Без этого корма полноценного птицы отказываются давать яички. Поэтому его нужно применять. Также обязательно для получения птичками полноценных витаминов даем сюда крапива измельченная. Вот у нас тут такое приспособление. Ну, какую-то часть витаминов добавляем вот такой вот крапивой. И таким вот образом происходит у нас тут разведение вот таких вот перепелок. Нужно отметить, что приблизительно здесь 1/5 часть только находится тех птичек, которые мы купили. А все остальное, 4/5, это уже те, что выросли у нас. Ну, такие они издают песни. А 4/5 у нас получились уже вот из этого инкубатора. Самый распространенный вид инкубаторов. Там множество есть рассказов об этих инкубаторах. Есть у него свои положительные стороны, есть недостатки. Ну, скажем так, для такого прикладного птицеводства его более чем достаточно. Сами понимаете, что в таком объеме
вот этих яиц помещается колоссальное количество. Вот, естественно, что стопроцентно не идет выведение всех яиц, у кого как там, у кого больше, у кого меньше, какой-то процент от того, что мы туда закладывали, но позволяет получать большое количество, значит, молодняка, то есть приплода, скажем так. И мне бы хотелось там немножко тоже продемонстрировать, что там внутри. Вот, видите. Еще все равно не полный, но мы, скажем так, партиями закладываем, закладываем яички. Как вы видите, там внутри, соответственно, поддерживается влажность, соответствующая температура. Вот сразу включился обогреватель, потому что мы открыли крышку. Температура упала, и датчик среагировал на это, и сразу включился подогрев. Ну и вот температура немного сбавилась. Ну и скажу, что вот такая маленькая фермочка, скажем так, где-то приусадебно в вашем хозяйстве, буквально две клеточки, которые там будут где-то по 40 голов каждой. Я вам скажу, что свежими яйцами и куренками вы будете обеспечены полностью и всегда. Приблизительно вот на данный момент, вот то, что находится вот в этой клеточке, приблизительно они в основном ночью несутся, как-то так у них получается, что яички получаются к утру. То приблизительно где-то 15, ну в среднем так, 15 штук каждые сутки получаем отсюда яиц. Ну и как видите, еще пока поилки мы профессиональные как не приспособили, значит, поилки сделаны вот таким вот простейшим образом. Бутылка с отверстиями, ну там птичка пробует оттуда пить. Обязательно им нужна вода, и воды нужно много. И просто она через верх наливается, туда заполняется, ну и два раза в день нужно дать им воды. Ну, если дать больше, то ничего страшного в этом не будет. Вот такая очень простая система выращивания вот этих птичек. Ну и обязательно не забудьте, что помещение, где вы их будете выращивать, обязательно нужно применить какую-то хорошую вентиляцию. Проветривать здесь очень хорошо нужно. Мы понимаем, что они выделяют выделения, и выделения имеют соответствующий запах для выделений. Так что неполноценная, плохая вентиляция в таком помещении будет создавать неудобства им, а главное, что вам. Поэтому это нужно учесть. Вот и все. А особенно больших там профессиональных каких-то секретах и каких-то размышлениях смотрите что-то в интернете, а о таком вот прикладном, простом выращивании при усадебном хозяйстве перепелок, в принципе, я вам все, что нужно, рассказал. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите, спрашивайте, будем на них отвечать.